Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? На поверхность нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо, там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебурши по ящикам, вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну все, давай наверх. Так-так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожаловали. Давай-ка наляжем. Тянем-потянем. Тянем. Готов? Тянем. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Медик на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично. Прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. Вот и они. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Спокойно. Спину, спину берегите. Здесь, пожалуй, придется пожаловать. Не берегите. Огонь! Держать круг!
Артем, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артем, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать с черными? Саша, найти и уничтожить. Да, Коля. Да не смеши. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют. Давай послушаем Хантера. Сереженька, моего никто не видел. Сережа! Прошлой ночью они снова напали на нас. Мам, долго нам еще ждать? Пойдем, Артем, пойдем. Все под контролем. Леша, боже ты. Петр. Что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел тебя искать. Да, извините, не узнал. Что с Алексеем, не знаете? Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Проходите, товарищ Сухой. Дежурил. Здорово, Артем. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Не могу. И умирают рано или добраться, поздно. Добраться. Не выходит. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед! Пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Артем, хватай пушку. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Остановись, Хантер!
Артём, с тобой все нормально? Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьё вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушает компот! Вот стоц, перевертоться, ей мечтает снова! Вот стоц, перевертоться, пережит налет! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорный. Где ты вообще эту запись нашел? Как же меня достало все это! Чего я терплю? А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... Ну вот, этот мужчина, он по замку, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена готовила так, невозможно просто. Я был бы самым счастливым человеком на земле. Инженеры, предательство. Смотри-ка, кто тут такой чистюля? На нашей станции состоится собрание по вопросу создания... Просил тебя Военного Союза со станцией Рижской. По договору. Станции будут наши совместно действовать. Эй, давай, Чего же вы? Сравни свою пуколку с моей волыной. Мне вообще-то... Ну, как хочешь. Опять нажрался. Давай, вставай, скотина пьяная. Ты че, Артём? Ты че, блин, туннель с пустыми руками собрался? Так что у нас с этим? Дуй в оружие, ну и прибарахлись как-то. Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде. Армейские аптечки. На всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся
первое время особо не высовываться. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить на Лимане? Я вот никогда Москвы не видел. О, привет! Ну чё, как? Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойнее. Городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы. А Петербург... Привет, Зел. Поросенка не хочешь приручить? Ну или там остановить. Что слышно, бойцы? На границе все спокойно. Можете расслабиться. Пока. Быстрее, ну. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Точно высвихнулся и повесился. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, ну, давай, да. Двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Осторожней там. Но теперь ух туда ты! Так просто не как попадешь. Здорово кататься на этой нужно резине. Или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А что так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через чистых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? У Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им, и не понравилось мне совсем. Осторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Проклятие, голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему! Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл! Есть. Домчим нас до Рижской в 3 секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно и жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они?
Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Голова, как больно. Артём, что это такое? Артём! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой происходит, да? Черт! Вставайте! Просыпайтесь, ради бога! Борис! Очнее, Борис! Ай, бесполезно! А, боже, а, стреляй! Стреляй, Борис! Почти у блокпоста. Чуток осталось. Что тут такое произошло? О, блокпост. Горячая ночка, а? Пропустить по стакану. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? Ваш чувак. За тебя только.
Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу будет и за Артёма. За тебя, Артём. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар не попасть. Такая скука торчать на них трущобах на риске. Короче, мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. Это Артём нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Вы грубые солдафоны! Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. Ты, Артём? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. Что ты сейчас сказал? Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Спасибо. Пошли со мной. Скидки, акции, эй, чего спеццена на оружие. Нет, обмен патронов. С этим можно лучше специалистов. Выдыхать. Помогает от всего. Бери, бери. Разносит цель в куб. Подумаешь. Догоняй. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. Дай пять. В смысле, руку. А старый свой агрегат можешь... Ну и ладно. Крутяк! Эй, чего отстаёшь? Вы прямо на дрезине сюда приехали? Ну да. Вау! Я бы тоже хотел на ней покататься. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, я тебя качу свой... Догоняй! Похоже, мне пора. Запахло поркой. Ты где там? Подайте патрончик! Подайте патрончик! Дяденька, кушать хочется! Спасибо! Эй, чего отстаешь? Вон он сидит. Подойди. Ну ладно, мне пора. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов?
Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Чё за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Странный звук. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь на стреме. Они по беспределу выступают. Да базариться не удастся. А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работает. Смотри, не задень банки. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Владимирский централ, ветер северный, к
Когда я банковал, жизнь разменивал, но не очко обычно губит, а к 11 туз. А нечисть здесь шарится без спроса. Бери перо, считай трофей. Все, двинули. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощади, да они тут баррикад настроили, но чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Что происходит? Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Тихо, готовимся, люди. Враг на подходе. Сэкономили 3 копейки, не наняли запускать. Эта тварь наших убила! Обходи его сбоку! Скот!
мост — чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Качели, мать его, бога душу. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. Со мной! А
черт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего, и двинем. Слышала? Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. А ты, пацанчик, жестче, чем кажешься. Молодца. Ладно. Двинули вперед. Мы почти пришли. Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с подожжением. Проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Притащили! Упырей! Заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Хо-хо-хо! Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон! Собственной персоной! А я уж и не надеялся, что свидимся!
Семен, смотри-ка, кто к нам пришел. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча? А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Выйди на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Стоять! Я с тобой разговариваю! Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира! Давай, давай, шевели булками! Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком! Бля, мы вляпались по самое помидоры. Видел, на этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они нам отработать дадут, там типа дерьмо разгребают. Будем считать, что повезло. Ну, на Ганзу поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя. Потому что тоннель начал осыпаться. И все, если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Это Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект. Может, самогончику, наверное, мой. Машиниста мы уже отмечали два раза на этой неделе. Что уж там, поздравляю, мама или папа? Представить себе страшно. Он сказал, давай мне все же в грязи со свиньями валяться. Прикупи себе красивую одежду, почувствуй себе гламур. Мама мне деньги не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. В общем, меняйте только у сертифицированного медицина. Вот как это работает в процессе. Как хочешь, брат. А угадал ли подсказать? Что же, отсюда близко до какие города добраться? А выкидывайте свой мусор. И мое оружие. Оно в сто раз лучше. Вообще-то твоя пушка получше. Если ты настаиваешь, конечно, давай. Вообще-то твоя пушка получше. Если ты настаиваешь, конечно. Как хочешь, брат, как хочешь. Специальные антикризисные условия. Купи автомат. Нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Они заговоренные звезды эти. Гипнотизируют или что-то вроде того. Посмотрим. Мам, а мам, купи мне крылья. Вы слышали? Библиотеки поодиночке не выходят. Нужны если патроны. Один на Кремль засмотрится, другой, чтобы ему в чувство привел. Ну, мне подруга-то. Да ладно, что-то они вдруг такие людей подъедают. Ну и бороться с ним уже. Ну, значит так. Некому. Я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. И не было. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Зашибись. Ой, все, выдвигаемся. Довольно долго-то сейчас жили вокруг этого там. Я с ними года
года два чуть не каждый вечер разговаривал. Все дела их семейные знал. Кто с кем, от кого, сколько, почем. Бурбон? Сначала у них все спокойно. Там хозяйство заменили. Будто сам не знаешь. Выросло. Дети у двоих родились. Такие почти. Ну давай пульки проходить. Боеприпасов у них хватало. Я уже Михе забашлял. Такие твари из леса. Но мне-то ты ничего не платил. Писать, ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. А потом они пропали. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Если меня сейчас все на изготовку. Слышит, ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу. Станция метро, проспект Мира. Сегодня даже другие станции. Фу, это Земля, третья планета Солнечной системы. Ёбюки, у нас аварийная система. Да вроде все спокойно. Кажется, все чисто. Давай. Галактика. Удачи, Максим. Маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров наблюдаешь. Они как камень твердый, замороженный, но чистый снеговик в одежде. Вязала бы щиток следует, но тут есть еще один готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухарю. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Мы как добазарились. Пацан, начкуйся! Ты чё, с катушек совсем слетел?